Слышь ты! Да, мне что делать нечего. Что происходит? Что такой дерзкий? Они там походу общение послали. Ты что такой дерзкий? А что ты лежишь сыкотно? Вставай давай. Че, баба что ли? Вставай, говорю. Слышь, а ты че лежишь сыкотно? Ты баба? Вставай давай. Так я ж слышу, что ты лежишь. Ну ты что, а чё ты? Да, ну капец, а чё ты лежишь? Давай выходи, давай воевать, чё ты? Ань, провоцирую, провоцирую. Чё ты как баба? Вставай давай, как баба. Давай, давай, вставай. Давай, подружку свою тоже зови, чё он там где-то ходит. Блин, я не знаю, где он где-то, он где-то лёг, он лежит, понимаешь? Ты где, скажи мне? Я на первом этаже. А он где-то лежит либо на втором, либо на третьем этаже, либо вот на лестнице. Сейчас я подхожу. Поэтому ты лежишь и боишься? Давай вставай, давай повоюем, чё ты? Ну конечно, хорошая отмазка. А в кустах вы за ЧВК тоже просто так сидите, чтобы с кем-то поговорить, да? Слушай, у меня потеряна сильная серия. Аля! Да ты что? Ты на каком этаже была? Я да, я жив. Я где-то на первом, где-то у медицины, по-моему. Я у медицины. Во, угу. Точно. Или сумка там была. Короче, стою. А, слышу, слышу, болтает где-то там. Ты смотри, вот вместо того, чтобы пойти на маячке там, да, вот, ну там, файтиться, да? Ты просто крыса вот тут в коттедже в диких убиваешь. Домой иди, сынок, блять. Готов он, блин. Там еще может быть один будет, потому что ты еще ходил. Лучше бы, поняла вот так, что неправильно ты играешь мне. Лучше бы ходила, лутала бы. Маячок, а то ходишь как крыса диких убиваешь. Угу. Так вот, блин. Это прям вот, чатик, это в дополнение к моему сегодняшнему ролику, который вышел. Прям идеально, блять, подходит. Идеально. Че меня выкинул? Блин, нормально. У нас 7 минут. Хватай все, что к полу не приколочено. Чел лежит под лавкой, блять. Сейчас передавай там за репутацию, блять. Да. Тебе начнут дикие стрелять, не залутаешься. Комьюнити Таркова, походу, уже ничего не исправит. К сожалению. Можно только с них угорать. И не воспринимать всерьез. И главное, я спрашиваю, что ты лежишь? Короче, говорит, я не лежу. И такой, знаешь, постком, пост, пост. Я говорю... Так. Лазер сюда. Кто-то кого-то лутал. Как бы тут меня кто-то сейчас так же не убил. Будет забавно. А что у меня за патрон? Бля. Блин, прям передо мной же, вот тут это сидит, наверху.
Ладно, его пробовать. Blade Runner, здорово. Кажется, я увидел его. Бля, он в каске. Или без каски, попробуем. Без каски. Вот там. Бля, куда он там забежал? Что я потерял его? А, вижу. Чел, замри на секундочку, пожалуйста. Ну ё-моё, ну что ты дергаешься-то? Ну ты все, что ты? Не страшно же совсем. Укольчик поставил просто и все. Кстати, вот тут можно спуститься, оказывается. Но вот этот. Я даже не знал об этом. Тут и подняться даже, скорее всего, можно, кстати. С хорошей силой. Блять. Смотрите, блин, замедленное действие чисто. Матрица. Видите, красиво летит, да? Ой, тут опасно лутать. Эй, похер. С тепловизором, ёшкин кот. Так вот, видите, чел тепловизор взял, а каску не взял. Ошибка получается. Ох ты, нихера, кошелька. Так, дружок, кошельку мы забираем, конечно же. О, слушайте, они тут... Тагила убил кого-то. Ну, кстати, у них нет Тагилы с собой. Бля. Бля, лазера-то нет. Лови. Блять! Это неправильная граната, походу, была. Со смещенным центром тяжести, судя по всему. Так, чел, я тут стреляюсь с другим типом, смотри. Не хочешь посмотреть? Чел? Нет, тебе не интересно вообще? Блин, и угостить-то тебя нечем. Вот кто киллу полутал. Okay. Бля, у меня 5 минут осталось до выхода. Успеть бы. Было бы очень неплохо. Давай, давай, давай. Кстати, я каску килла не взял.
Бля, надо делать вот так, чат. Мы не успеем иначе ничего. Мне каска килы по квесту надо. 3 минуты. Можем успеть, можем успеть. Я лучше рискну. Так. Так, все. Побежали. Стамина вроде ресается, нормально. Вот к жельку не стоит брать однозначно. Блять, иначе я не унесу ничего. Так, а вот бубен, если я возьму, она будет восполняться? Да, пойдет туда. Пойдет. Так. Вот что ли? Так, оружие есть. Сейчас бы... Ох, оно еще и на БПХах. Ё-моё. Сейчас медицинку и пойдем искать приключения. Если ты... Вот месяц закончился, но ты за следующий месяц не заплатил, то они тебе выключают интернет. И... Ну, интернет тебе не предоставляют. Бастел. И вот они, получается, переехали, оставили там... Чисто провод, висящий, так сказать, у бабушки в квартире. Им через полгода приходит счет. Или даже через год там приходит счет, я не помню. Что-то типа на 100 тысяч рублей, короче. Типа вот, ну, как бы все это время якобы они предоставляли интернет, короче. Все, угомонился. Угомонился. Я в болоте его утопил. Вот. И он вот с ними там ходил, ругался, спорил. Типа, как так? Провод-то просто висит. Никто интернетом не пользуется. А те просто бастеловцы-то прознали, что там живет как бы пожилая женщина. Поэтому ее можно обмануть, короче говоря. Вот такой вот провайдер у нас был, представляете, все это время. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.